пожаловать на сайт progita.ru. Сегодня мы расскажем вам о педали ZVEX Box of Rock серии Vexter. Эта серия отличается от классической тем, что раскрашивается не вручную, а производственным способом. Это делает ее более доступной. В педали применены две независимые схемы. Первая – это буст. Его можно использовать как для чистого сигнала отдельно, так и совместно с каналом Distortion, чтобы получить более мощный звук, заставив ваш усилитель раскрыть все свои возможности. В канале Distortion используется так называемый Distortron Engine. Педаль имеет ручки. Volume – громкость. Tone – тембр. И Drive – мощность. В двух словах можно сказать, что Box of Rock удачно имитирует классические усилители Marshall без мастер-громкости. Итак, послушаем, как звучит педаль при таком положении ручек. Мы используем гитару Sur Custom, звук записывается через предусилитель Mesa Boogie, звуковую карту RME в программу Nuendo с последующей обработкой плагином Amplitube. Для начала послушаем канал Boost. А теперь давайте установим чувствительность канала Boost в минимальное положение и сравним его с холостым сигналом Bypass. Как видите, у педали довольно большой запас мощности. А теперь давайте послушаем канал Distortion. Как вы видите, ручка громкости канала Distortion установлена примерно на 12 часов. Посмотрим, какой диапазон у этой ручки. Как вы могли заметить, когда прибавляется громкость эффекта, уровень перегрузки усилителя повышается, звук становится мощным и агрессивным. Теперь давайте послушаем, как работает ручка Tone – тембр. Фак-фак, я не туда кручу. Как видите, ручка Tone позволяет добиться того оттенка звучания, который вам требуется. Теперь послушаем, как работает ручка Drive. Даже на минимальном уровне перегруза Box of Rock придает вашему звучанию характеристики, присущие ламповым приборам. В максимальном положении ручки Drive вы можете менять звучание от чистого до перегруженного, используя ручку громкости вашей гитары. Mm-hmm.
В Box of Rock используется схема, которая отличается от других педалей перегруза с функцией Boost. В ней секция Boost идет после секции Distortion. Послушаем, как работают канал Boost и Distortion совместно и по отдельности с разными настройками. Это был ZVEX Box of Rock серии Vexter.